Новая городская телебашня, возможно, появится не на Визе, а на Уктусе. В Министерстве связи продолжают обсуждать окончательный адрес прописки высотки. Одним из самых удобных мест для размещения вышки считается Шишимская горка. Башня должна быть на высоте, чтобы в зону охвата попал весь город. По проекту ее высота составит 255 метров. Будущая высотка будет похожа на те, что стоят в Санкт-Петербурге, Астрахани и Перми. С помощью подсветки объект хотят превратить в одну из достопримечательностей уральской столицы. Строительство оценивают в 400 миллионов рублей. В основном это будут средства инвесторов.